Доброго всем, мэры и господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием City Skylines. Но мне кажется, это уже последняя серия, не игры, а именно наши карты. Возможно, мы с вами начнем следующую серию непосредственно на карте, где есть снег, где холод, мороз и где мы будем бороться с погодными условиями. Ну что ж, многие просили, чтобы я наконец поставил мод. Мод называется Цунами как-то там, я не помню, как это точно называется. Ну, в общем, я этот ссылку на мод оставлю, конечно же, в описании видео. Откройте описание, обязательно посмотрите и подпишитесь. Обычно после того, как я оставляю какие-то моды и сообщаю об этом, пишут: а где мод? А я не могу найти. В описании видео, ребят, в описании видео. Так, ну что ж, погнали. Сейчас будем топить свой, как говорится, город. Ну, знаете, давайте вот сделаем так. Мы жили, не тужили, там росли, там туда-сюда, обратно работали, учились, построили хороший город. И тут, откуда ни возьмись, появляется цунами. Как вообще его нарисовать? Зажимаем клавишу Shift и правой кнопкой мышью вдоль берега херанем вот такую вот штуку. Вот так вот. И еще раз вот так вот. О, видите, как поднимается? Вот это красотища просто, Вась. Такой, знаете, сначала мини-цунами. Будем, допустим, как будто вот какие-то там подземные толчки под водой произошли. И вследствие этого, обалдеть, хера толчок тут толкнуло, так толкнуло. И после этого, конечно же, вода же должна куда-то расступиться, правильно? То есть это идет, как говорится, эффект домино. И в шоке. Капитан, походу, в шоке. Маленький, да, походу? Может быть, еще побольше сделать? Давайте побольше еще сделаем. Вот так вот. Вот отсюда, вот туда, сюда, обратно. Чтобы было всем приятно. Во-во-во-во-во-во-во. Прекрасно. Теперь смотрим, дорогие друзья. Это полный ужас. Обычно такие видео с цунами, да, ну, все, наверное, из вас смотрели, да, как происходили цунами в разных городах, странах. И, к сожалению, это, конечно, не одно из самых удивительных, да, ну, как бы, все-таки страшно. Вот даже и по видео, я не представить не могу, что ощущает человек, когда видит такую херню в его сторону движется. Это все, ты здесь нихера не выживешь, если ты даже встанешь на крышу. То есть, получается, ты, блин, ну все, да. А что, машины ездят, как будто ни в чем... Ну, сейчас, кстати, такой эффект пойдет. После того, как пройдется цунами, у нас будут проблемы с мародерством. Всякие воры будут появляться там, грабить всякие дома. Охереть, это просто гребаная жесть. Вы посмотрите, какая красота. Конечно, красота — это не красота, конечно же. Еще и, походу, дождь пошел. Вот так вот. У меня весь город потоплен. Посмотрите, все затопилось. А, кстати, машины все еще ездят. У них вода по колено. Но они, в принципе, могут пока еще ездить. Ну, все. То есть, те самые туристы, которые сюда приезжали, по моей рекламе, говорили, что вот здесь Римас, мэр, самый красавчик Вася. А мэр, походу, Римас где-то нагрешил. И вот, пожалуйста, итог. Это полная жесть. Самое безопасное место, мне кажется, вот здесь, да? Вот на этой возвышенности. Вот отсюда можно наблюдать с безопасного расстояния. Охереть. Просто жесть. А говорят, на берегу моря, говорит, самые дорогие дома. Да ну нафиг, за это еще и платить надо, да? Нет, спасибо. Ну что ж, мы, походу, уже в минус скоро пойдем, да? Смотрите, уже минус 269 жителей. То есть многие умирают, погибают. Это очень плохо. До 100 тысяч, конечно же, я, наверное, не смог. Ага, автобус пытается объехать, и все. Они ушли под воду. Жестяк. Сейчас пойдут кредиты. Я, наверное, буду кредиты брать, чтобы восстанавливать все это дело. Ну и в следующий раз, мне кажется, не стоит строить такие огромные города непосредственно у моря. Потому что у меня рука, вот я прям, если честно, не сдержался. Я все-таки скачал этот мод, подписался, вернее, да, в мастерской. Я не хотел, честно, не хотел. Потому что я очень долгое время развивался здесь. Цунами уже потихонечку расходится. Вот, кстати, еще одна волна идет.
Что-то непонятно, в какую сторону, правда, она идет. А, в сторону города. Еще одна, кстати, волна, смотрите. Их здесь несколько получается, да? Обалдеть. По всей видимости, сейчас все телеканалы всего мира показывают трансляцию города Лас-Римасита, который сам Римас собственноручно повлек на погибель. Я даже все здания построил, если честно. Вот уникальные здания, там бизнес-центры, аквариум, еще что-то там. А вот, кстати, аквариум, да? Это аквариум, да, вроде бы? Я его построил. Да, это построил. Человек умер, и тело необходимо перевести в аквариум прям. Увидев вот этого дела, он, походу, не выдержал и умер. А здание затоплено. Невероятно. Вот, пожалуйста, потом придется все восстанавливать, выплачивать компенсации гражданам. А это все с бюджета. Вот так вот. Это тебе не коттедж свой строит со своего личного бюджета. Когда ты с бюджета кому-то отдаешь, это вообще жаба, знаете, как давит, если честно. Я говорю, как настоящий прожорливый. А, вот, смотрите, даже машины DHL. Рекламы DHL, ребята. Самые бесстрашные ребятишки. Это прям как Почта России, ёптать. Цунами идет, а ему надо доставить. Потому что, блин, 3 года, ёптать, на складе валялся компьютер, который нужно было доставить, да? И он именно сегодня решил достать. И все. И компьютера нет, и все. Да, это по всей видимости, очередная волна прошла. Ну что ж, мне надо выбрать карту, потом начать новое прохождение. Я не знаю, какую карту выбрать, но я по-любому буду выбирать зимнюю карту, потому что это, ну, как говорится, зима, все дела, да, у нас скоро зима же. Хотя, вполне возможно, сейчас попытаюсь как-то восстановить, что ли, все это дело. Может быть, давайте ускорим время. Сейчас вода сама должна отойти. Местами, конечно, нам придется насосы поставить, скорее всего. А, я видел мод какой-то там, типа мобильные насосы. То есть ты ставишь, они выкачивают воду, заполняются, ты их потом опустошаешь. И вот так вот по одинаковой схеме. Да, да, вода уже расступается, расходится потихонечку. И здесь, помните, здесь довольно такая нормальная вода была. Сейчас она вся стекается. По всей видимости, еще одна волна будет, потому что она, знаете, вот так высасывает, потом фух, отдает обратно, да? Отлив, прилив и прочие. О, протокольские рожи. Высокий уровень преступности. Это из-за того, что полицейские машины не могут доехать до места назначения по вызову, так как здесь у нас дороги перекрыты. А народ веселится. Вы представьте, да? Народ просто веселится. Вот она, еще одна волна пошла. О, DHL дальше продолжил свой путь. Вы посмотрите. Фура-то поехала дальше. Нихера он развернулся как. Доставил и уехал. Просто красотища. Ага, вот она, полицейская машина как раз пошла. Я говорю, можно за этим наблюдать постоянно, вечно. Как наши жители живут, трудятся. Да, волны, конечно, все, вроде бы успокаиваются потихонечку. Если вот так вот с птичьего полета посмотреть, это просто невероятное зрелище. Даже вот здесь вот у нас железные дороги тоже были потоплены местами. А где тут у нас еще поезда? Вроде бы поезд должен быть где-то здесь стоял. Он, походу, уехал дальше. А, вот он. Вот он чухнул, да? Срулил, как говорится. На возвышенность. Ну его нафиг. А это такой... Это вообще отчаянный чувак. Еще и волны пошли. FPS так себе, я скажу, нормально. Интересно, вот эти вот дороги, здания, они будут уже сами, наверное, ремонтироваться, да, после... Но обычно как, вот если настоящий цунами смотрит, это вся грязь, вот это весь шлак, короче, оно сбрасывается в как его, не в море, а в город, и там потом люди очень долгое время чистили все это дело. Так. Да, нам придется просто подождать немного, смотреть. Хотя в доходе я, наоборот, что-то... После цунами мне больше доход начал приходить, чем до цунами. Надо, кстати, поделать такие вещи.
Скажет, Римас, ну ты и мэр, конечно же. А тут люди стоят. Вернее, стояли, наблюдали за... за цунами не посмотришь, да? Вот здесь вот, может, сверху. Вот здесь вот. Ну что, давайте это большую Васю-вальну просто сделаем. Допустим, здесь у нас такая такое жесткое землетрясение было. Прямо здесь вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Бомбануло, короче, что-то там. Нихера себе волна. Пэм. Это намек такой. Прикольный мод, конечно же. Ну, да, хотелось бы, чтобы было красивее все это дело, чтобы волны были такие, знаете, более агрессивные. Здесь они какие-то плавные получаются. Ну, хотя мы смотрим издалека. Пошел потоп. Потоп жесткий, ребята. Просто жесткий. Ну и, конечно же, жалко, да, то, что некоторые здания, они просто, ну, такой волной, мне кажется, бы многие здания бы просто-напросто не выдержали. Потому что вода же тоже тяжелая. А вода не просто вода, она еще и с грязью и всяким мусором. Это жесть просто. Интересно, мы сможем волну поднять до этой горы? Здесь вообще высохло все, вы посмотрите. Вот это я понимаю цунами. Обалдеть. А машинам все равно, что был цунами, что не был. Поехали. Жестяк просто, ребята, это просто жесть какая-то. Да, это, кстати, трудная карта. Я так ее возненавидел из-за того, что вот очень много возвышенности, очень было трудно строить разные новые районы. Поэтому, видите, вот как-то выше. Вот отсюда, наверное, такой вид, наверное, красиво, да? Давайте Трамп Тауэр посмотрим. Башня Трампа. Вот так вот. Можно, кстати, походить от первого лица. Вот, например. Нет, вот, вот так вот. Но я, получаюсь над водой, да? Ой, люди купаются, смотрите. Хоть своих граждан немного помыл. Все мокрые и стоят. Им все равно. Печально, то, что в игре не рассмотрено, не предусмотрено это дело. Я бы хотел, чтобы мои люди плавали просто, прям как какашки. Преступность. Жесткий Римас, да, жестокий, я понимаю. Это просто жесть такое слушать. Блин, это... Это какая-то жесть. Как я вообще подписался на Римаса? Дизлайк, отписка. Давай, до свидания. Низкая ценность земли. Конечно, низкая ценность земли. У нас тут жопа полная произошла. Кстати, вода все-таки поднялась. Да. Здесь у нас полный потоп получается. Там пробки. В общем, из этого цунами у нас вообще огромные проблемы. Начиная с того, что преступно, заканчивая, что человека даже похоронить не могут. Потому что... человек умер, и его необходимо перевести, потому что вот эти вот кладбища и крематории, у них последние машины где-то там застряли, либо просто пропали после этого цунами. И время лечит, придется немного подождать. Да уж, вот тебе и цунами. Многие просили, нормальный цунами сделал, вот вам нормальный, ребята, цунами. Визуально, конечно же, нету таких, типа там, ну пока типа затоплено здание, а вот визуально, ну я не знаю, мне кажется, все-таки... Моя видеокарта бы еще не выдержала, если бы еще тут какие-то там, знаете, обломки, здания рушились там, сносились, все это дело показывалось. Круто, ну, просто здесь очень много людей, 90 тысяч жителей, очень много зданий, сотни зданий, даже тысячи, мне кажется. Здесь вообще волна такая, смотрите, как прям бодрая такая пошла. Вот это да. Ну что ж, я по-любому это сохранение удалять не буду. Может быть, когда-нибудь мы еще с вами продолжим именно это сохранение. А в следующей серии уже точно, наверное, начнем с чистого лица. О, лица, тьфу, господи. Листа. Где там будет зима. В общем, у нас скоро ноябрь. Как раз в самое то, да. Ну что ж, друзья.
Это была очередная серия на нашем канале. Ставьте лайки и ждите новых серий. Всем удачи!